Под сводами спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова борцы разных стилей. Дзюдоисты, самбисты, классики, вольники выясняют, кто в Сибири сильнейший. Грэпплинг – это вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальным ограничением по использованию болевых и удушающих приемов. Чемпионат Сибирского федерального округа по грэпплингу в Омске проводится во второй раз. Сейчас мы проводим второй чемпионат, и совершенно очевидно видна разница в развитии. То есть спортсмены подтянулись, у них более высокий уровень. Соответственно, чемпионы, спортсмены, занявшие первые места, и призеры будут допущены к проведению чемпионата России. Я надеюсь, что в этот раз, и мы очень надеемся на это, из Сибири займут, по крайней мере, призовые места на России. Тут есть достойные спортсмены, и есть шанс победить на России. В общекомандном зачете с результатом 24 очка лидировал Омский клуб смешанных единоборств Александр Невский. На втором месте с результатом 14 очков оказался спортивный клуб МВД. Третье место досталось клубу «Ермак».